Популярная среди берлинцев колбаска карри, да еще с кетчупом. Ну разве это здоровая пища? Спокойно, не стоит судить обо всем по первому взгляду. На самом деле, в этом павильоне продают биоколбаски из экологически чистой свинины. Жители Берлина все чаще отдают предпочтение экологически безвредным биопродуктам. Купить их можно, например, здесь. Очевидно, это самый большой магазин биопродуктов в Европе. Находится он в модном берлинском районе Пренцлауэрберг. Приставка «био» — это стиль жизни, по крайней мере для людей, у которых пропадает аппетит, когда они вспоминают про промышленное производство продуктов питания. Я надеюсь, в этих продуктах не слишком много химии и нитратов. Это главная причина. Для меня главное значение имеет вкус. Биопродукты просто вкуснее. Мне кажется, биопродукты полезнее для здоровья. Так я всегда думаю, лучше куплю вино из экологически чистого винограда, чем опрысканного какими-то химикатами. Вкусно. Просто вкусно. Точно. Некоторым уже кажется, что экологически чистый салат просто не успевает расти так же быстро, как спрос на него. Кризис? В этой отрасли о нем только слышали. В этом магазине биопродуктов, например, оборот в прошлом году вырос на 15%. Тот, кто покупает продукты здесь, словно говорит: «Я забочусь о своем здоровье». Биопродукты стоят, как правило, на треть, а иногда и вдвое больше конкурентов из супермаркета. Но вопрос цены играет скорее второстепенную роль. Если это гарантирует покупку овощей или фруктов, при выращивании которых фермеры не использовали пестициды и химические удобрения, уверена директор этого биомагазина Антье Кап. У нас отовариваются все. И каменщики, и профессора. Это здорово, люди приходят целыми семьями. И даже тот, у кого не очень много денег, говорит: пусть я куплю меньше, зато это будет во всех смыслах настоящие продукты. Ни в одном другом европейском городе нет такого количества биомагазинов, как в Берлине. На растущий рынок обратили внимание и супермаркеты. Второй по величине немецкий концерн розничной торговли «Реве» включил в свой ассортимент новую марку, предназначенную только для биопродуктов. Витаминов в био-йогурте и биомолоке точно больше. Правда, продукты, которые продают в супермаркетах «Реве», отвечают лишь принятым в Евросоюзе официальным стандартам, что, тем не менее, позволяет добавлять к ним приставку «био». У биомагазинов требования выше. Зато продукты из супермаркета, как правило, дешевле, говорит представительница «Реве» Сабрина Хюбнер. Биопродукты хочет купить каждый. Благодаря тому, что стоимость их сейчас снизилась, все готовы их покупать. И купив однажды, люди от них уже не отказываются. Но все же настоящие ценители биопродуктов покупают их не в супермаркете, а в биомагазинчиках. Директор этого магазина Михаил Куцнер сам стоит за кассой. Многих клиентов он знает в лицо, ведь они ходят к нему уже на протяжении нескольких лет. В супермаркетах, говорит Куцнер, такой уютной атмосферы быть не может. Годовой оборот магазинчика Михаэля Куцнера – 1 миллион евро. Добиться этого ему помог фирменный секрет. Тех, кто приходит в этот магазин, узнают в лицо. Можно поговорить о том, о сём. Людей тут воспринимают всерьез. Мы создаем подобие настоящей домашней атмосферы. В этом наша главная заслуга. В Берлине сейчас насчитывается около 120 магазинов биопродуктов, и в конечном итоге покупатель решает, какой из них лучше.